Друзья, всем привет! В этом видео мы будем укреплять наши руки, делать их сильными, крепкими, пластичными. А укреплять мы их будем с помощью балетных и бодибалетных упражнений. Становимся в первую позицию, пятки вместе, носки врозь, спина прямая, все в себя, ребра в себя. Поясницу не прогибаем, она нейтральная. Попу в себя, живот в себя, лопатки давим вниз, шея длинная. Руки в подготовительную позицию. И начинает у нас правая рука. Раз, два, три. Опустили. Еще раз, два, три, четыре. Еще раз, два, три. Опустили. Еще раз, два, три. Опустили, левая, раз, два, три, опустили, раз, два, три, опустили, раз, два, плечи не поднимаем наверх, последний раз, раз, два, три, две руки, раз, два, плечи вниз, три, опустили. Раз, два, потянулись, три, опустили, еще раз, два, три, опустили, последний, раз, три, опустили, подняли руки в первую позицию, стоим, восемь, семь, шесть, тянемся наверх, плечи вниз, пять, лопатки тянем вниз, попу в себя, четыре, три, два, один. Пружиним. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Последние восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, стоп, поехали вверх, одна рука, другая вниз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, еще раз, два, три, четыре, укрепляем руки, пять, шесть, семь, восемь, еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, последний раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раскрыли руки в стороны и пружиним, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, руки перед собой, еще раз, два, три, тянемся наверх, пять, шесть, семь, еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, последние восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, опустили, слегка отдохнули, опять руки в первую позицию будем делать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, и еще. Раз, руки устают, два, сейчас самая работа, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, последний раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вздохнули, потрясли руками, подняли руки наверх, пересекли, потянулись, вытянулись.
растянули руки, спину, плечи, тянемся, тянемся, поменяли, еще сильнее вытянулись и медленно опускаем, а вытяжение в спине оставляем. Итак, друзья, мы проделали 5-минутку для рук, делайте ее каждый день для еще большего эффекта и можете повторить еще таких 2 раза. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, делитесь со своими друзьями и родственниками. С вами была я, Екатерина Юрочкина.